Никита, помнишь, нам рассказывали, что в первые годы работы областного телевидения картинка на экране была исключительно черно-белой, а все программы без исключения шли в прямом эфире. Да, транслировать телесигнал в цвете начали только с января 1981 года, а цветные телевизоры были тогда у небольшого количества гамельчан. Товар на то время был дорогой и дефицитный. Представьте себе, что электронный рубин стоили 750 рублей, что по тем временам практически 5 среднемесячных зарплат высококвалифицированных рабочих. Да, ты знаешь, недешево.